Магазин «Зверьшоп» предлагает вашему вниманию клетку для крупных птиц А11 от китайской компании Golden Cage. Клетка А11 – это элегантная, просторная и высокая клетка для крупных птиц. Клетка в базовом оснащении хорошо укомплектована. Здесь мы видим такие полезные элементы, как металлический съемный фартук, транспортные колеса, площадка для выгула с лесенкой, держателем для кормушек и лотком для мусора. 5 кормушек из нержавеющей стали и 2 толстые деревянные жердочки. Прочный металлический каркас и все металлические детали покрыты особо устойчивой к механическим повреждениям порошковой краской. Начнем сборку. К фасадной решетке при помощи винтов прикрепляем соединительные боковые стенки. Обратите внимание, чтобы пазы для лотка для мусора были расположены в верхней части боковой стенки. Устанавливаем заднюю стенку. Пазы на задней и передней стенках пропускаем боковые решетки с дверцами для кормушек. Обратите внимание, чтобы скобы системы антисброса были расположены наверху. В верхней части клетки устанавливаем площадку для выгула с лотком. Вставляем штыри по углам площадки в отверстия на каркасе и закрепляем площадку при помощи винтов. Из двух частей собираем стойку держателя и закрепляем ее на бортике площадки. К стойке прикручиваем держатель. На него устанавливаем держатели для кормушек.
сами кормушки, лесенку, и жердочку. На боковые дверцы подвешиваем держатели для кормушек и сами кормушки. Открываем большую дверцу на фасаде и устанавливаем жердочку. При необходимости в нижней части клетки полностью или по частям можно установить фартук, а в ножке можно вставить колеса. Клетка собрана. Зазор между прутьями 17 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для крупных птиц А11 от китайской компании Golden Cage. Дополнительную информацию о других моделях, посмотреть это и другие видео вы можете на нашем сайте zershop.ru и на YouTube-канале. Спасибо за просмотр, всего доброго!